Барбарис Тунберга, Orange Sunray, эффектное растение, привлекает внимание садоводов не только из-за высокой декоративности, но и благодаря неприхотливости в уходе, выносливости. Гибридный барбарис Тунберга, Orange Sunrise, очень привлекательный сорт, имеющий следующие внешние характеристики. Высота кустарника может достигать 1,5 метра. Ветви прямостоячего типа, красного оттенка, покрытие листвой плотное, густое. Оригинальная листва имеет форму округлого типа, напоминает по форме монету. Цвет листьев красный или сочно-оранжевый, длина листка около 3 см. На листьях зрелых растений появляется окантовка желтого оттенка. Высокая декоративность обусловлена не только красотой листвы, но и цветением в конце весны, соцветия одиночного типа, желтоватые внутри, с красными лепестками. Цветение обильное, усыпает всю ветку, но непродолжительное, меньше месяца. Зрелые растения имеют колючки на ветках размером около 1 см. Благодаря колючести можно высаживать растения как живую изгородь. Ближе к осени появляются плоды вытянутой формы, овальные, цвет ягод красный, вкус горький. Барбарис Тунберга – это кустарники высотой 150 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Окраска цветка желтый. Летом листва оранжевый, осенью листва красный. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.